Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, прибудь с нами, не дай нам уклоняться от истины Твоей, чтобы мы назывались дочерями и сынами Твоими по сути, по истине, а не только по слову. Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Братья и сестры, редеют наши ряды. Прошу вас, помолитесь. Болит. Вот здесь болит. Не знаю, сердце или душа, но болит. У меня за эту неделю две большие потери. И чем больше трудишься, тем больше ощущаешь тяжесть этой потери. Второй человек, над которым я трудился, уходит. Один из новокрещенных. Причина какая? Боюсь быть в расколе. Второй очень близкий мне человек, с которым я просто сроднился, который в тяжелом телесном состоянии находится, известный вам, которого мы считаем своим членом нашей общины, тоже в тяжелом духовном состоянии. Представьте себе, кроме того, что телесное состояние тяжелое, еще теперь духовное состояние тяжелое. Каково ему? Молитесь, прошу вас, молитесь днем и ночью, молитесь о нем. Ну, вы называйте имена, кто это, за кого молитесь? Борис, Сергей. По-моему, все так было понятно. Борис Пиздулов, Сергей Козлов. И Сергей что? Сергей Козлов. Кроме того, что там, я говорил вам уже о том, что мама, она практически мирской человек. Что у нее там явление умершего мужа, и она с ним постоянно разговаривает и общается. Ну, страшно дело. Я ей отправил молитву «Да воскреснет мне Бог», просил ее, чтобы она выучила ее. Она там читала ее на церковно-славянском языке, я ее выслал на русском языке. Говорил об этом с Сергеем, писал ему, он говорит, ну нужно иметь прежде веру, потом уже читать эту молитву. Одно другому не мешает. Болит. Прошу молиться. Боятся раскола. А я вам скажу, что нужно, что вне раскола в наше время находиться невозможно. Это мое такое мнение. Мы по-любому должны быть в расколе. А почему? Да потому что если мы будем различать четко структуру, церковную структуру, структуру церковную от церкви, тогда мы будем вне раскола, тогда мы будем в церкви. А вот если мы возьмем церковную структуру, тогда мы постоянно будем в расколе. Старообрядцы, никоняне, в расколе. Мы по-любому в расколе до сих пор. И этот раскол постоянно множится. Почему? Да потому что он ходит как рыкающий лев, желая кого бы поглотить. И чем больше уровень ты достиг, тем больше он награду получит, если он тебя свалит, если ты упадешь. Поэтому вот сейчас, наблюдая за всем происходящим вокруг нас, в нашей стране, в мире,
нашим, становится понятно, что он мечется из стороны в сторону и как больше желает поглотить душ, потому что знает, что приближается время его кончины. Власти на этой земле. Поэтому нам нужно объединиться. Сегодня замечательная проповедь, прочитанная братом Яном Златоуста, о собраниях. Сколько раз мы говорим об этом? Опять одно и то же, опять одно и то же. Да, одно и то же, а что еще-то? О чем мы должны говорить, как не о спасении души? Именно здесь мы можем только услышать эти проповеди Яна Златоуста. Нужно объединиться и знать, что мы должны держаться на ризу Христову, за ризу Христову. И чем слабее мы держимся за ризу Христову, тем легче и быстрее и дальше нас отнесет в этой круговерти. Потому что центробежная сила действует. И когда мы здесь уже пребываем четверть века, и потом вдруг начинаем смущаться, то надо думать, а где истина-то была? Был ли ты в истине? И куда ты, может быть, ты как раз от истины и отходишь? Игнат Тихонович говорил о журнале «Душа», что ее, этот журнал пытаются или закрыли. Нет, запретили распространять. Новосибирская я припарки. Запретили распространять. Вот я принес два номера последних, ноябрьский и декабрьский, от цара Брянцев. Отец Никола у себя там распространяет. Как ни странно, казалось бы. Позвольте мне почитать одну из статей. Она как бы такая вот, на первой странице буквально, от автора. Вот, да. Диакон Олег Рыжков. Что хуже, ИГИЛ или Содом? Ну, надо молиться о том, чтобы журнал этот распространялся, потому что он прекрасный журнал, статьи просто душеспасительные однозначно. И из этой статьи вы тоже это поймете. В июльском и сентябрьском номерах «Души» были опубликованы статьи о причинах возникновения радикального исламизма. Статьи вызвали широкий резонанс среди читателей. Я давал ссылки на суры, главы и аяты, стихи Корана, показывающие агрессивность этой книги. Нужно только открыть Коран и почитать. Но для меня оказалось совершенно удивительным то, что сами мусульмане, то ли лукавя, то ли абсолютно искренне, отказываются признавать, что суры, призывающие к насилию, и есть в их священном писании. Некоторые утверждают, что перевод аятов нужно читать вместе с толкованиями, бесспорно. Но вот аят с кратким толкованием, тафсиром, так называемым. Тафсир – это толкование. 8.12, цитата из Корана. «Рубите же их, в скобках неверующих, по шеям, и рубите их по всем пальцам и конечностям». Восклицательный знак. 8.13. Это то, что у неверующих отрубаются головы и конечности. «За то, что они восстали против Аллаха и его посланника». Перевод и толкование Абу Аделя, мусульманского ученого-исламоведа. Что это, если не прямой призыв убивать людей? В связи с этим мне совершенно непонятен закон, внесенный нашим президентом в Госдуму о запрете проверять священные писания и цитаты из них на экстремизм. Дело в том, что в христианских, буддийских, иудейских священных писаниях нет призывов к убийству людей, а в Коране есть. Пример выше. Нет христианских, буддийских, иудейских террористических банд, которые, ссылаясь на свое религиозное учение, режут, взрывают, сжигают и просто убивают тысячи людей. А исламистские есть. Этим и опасен Коран. Своими противоречиями, которые можно толковать с разных сторон, в том числе и радикальных. Именно эти места из Корана используют в своей пропаганде террористы ИГИЛ и другие радикальные исламисты, утверждая, что это и есть традиционный ислам. Пора умеренным мусульманским конфессиям публично отказаться от этого агрессивного наследия и признать, что все главы Корана, призывающие убивать людей, это исторический религиозный анахронизм, изживший себя в 21 веке.
Ведь российские муфти и имамы стараются не заострять внимание своей паствы на аятах, призывающих к насилию и убийству неверных. Отчасти поэтому в России мусульмане веками мирно уживаются с христианами. Но главная причина – сильное православное государство. Недавно мне на глаза попалась статья известного православного публициста Эльвиры Китнес. Собственно, само название статьи отвечает той мысли, которую я и хотел донести до читателей. Боитесь исламизации? Возвращайтесь в церковь. Это главный посыл. Независимо от того, весь ислам опасен или только радикальная его часть, все постхристианское безбожное сообщество в его нынешнем резко ухудшающемся духовно-нравственном состоянии обречено. Обречено, как древние города Содом и Гоморра. Вот что пишет Эльвира Китнес. Давайте подумаем, может быть, встреча с другой цивилизацией, которую мы переживаем сейчас, это своего рода инъекция, которая необходима европейскому обществу. Болезненная, труднопереносимая, но без которой уже не обойтись. Канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на очередной вопрос о том, как избежать исламизации в связи с наплывом беженцев из Сирии, ответила: «Боитесь исламизации? Возвращайтесь в церковь». Этот ответ просто в самую точку. Если люди Писания, иудеи и христиане, последователи монотеистических религий, у которых с исламом есть общая связующая база, книга Бытия, как с этим можно не согласиться? Вопрос только в том, сколько их, настоящих христиан, иудеев. Мир погружается в Содом. Мы видим отказ европейской цивилизации от христианства даже на законодательном уровне. Как следствие, толерантность ко греху, легализация однополых браков, содомистские парады, педофилия, легализация легких наркотиков, всеобщий блуд, упразднение традиционной семьи, аборты, бездетность, идеология всеобщего потребления, разврата, в том числе среди детей и так далее. Поэтому он, Содом, намного опаснее ислама, так как может окончательно ослабить и растлить постхристианский мир, уничтожить его и превратить номинальных христиан, а тем более атеистов, человекообразных животных, не способных ни на что, ищущих только удовольствия, сытости, комфорта, и тогда, многоточие, свято место пусто не бывает. Люди, возвращайтесь в церковь. Хорошая статья? Очень. Душа спасительная? Молитесь. Всякого лжи-то набросал. Что, я должен соглашаться с этим, что ли? Виктор Андреевич, ну вы-то в курсе, евреи убивали и будут убивать христиан и всех подряд. А буддисты, тайная организация сатанинская, что пишут? Мужик вообще неграмотный напрочь. Ну, кстати, скажи слово. Я могу слово просто сказать. Евреи, Ветхий Завет весь насыщен тем, что Господь призывает убивать неверующих. Это самая экстремистская книга, даже мусульманам еще надо там до нее дойти. А Давид под молотилки гашеной известью людей засыпал, язычников, по призыву Господа. И он был угоден Господу. Потому что это от Бога было, такие призвания. А сейчас единственная религия, которая не призывает убивать, а самая мирная, которая будет в конечном итоге побеждена, это христианство. И какое может быть православное государство? И кто так призывает к церкви-то возвращаться, когда проповедь есть, а который глашатай все время говорит и говорит об этом. И призывает всех, идите проповедуйте. И как правильно проповедовать, уже сказано давно. Ну а это, вот этот журнал, он на таком вот уровне рассчитан, на бабушек, на дедушек, которые воскликнули там, правда, действительно, давайте вернемся в церковь. Вернемся в церковь. Что за призывы-то? Как у старообрядцев. Ты еретик, переходи к нам. Вот это да. Ну и что там будет дальше? Вот они в церкви такие собираются, потом у брата вот такие глаза. О, все, там свобода уже. Там и сидят, Библию слушают. Ну, вориши. Им же надо как-то выполнить указания митрополита бывшего теперь, патриарха Кирилла. Он же сказал, идите на перекрестье, там дорог, потяните там пояса и давайте в церковь зазывайте всех.
Мы-то думали, как это будет, как вот через тернии, говорится, идти нужно к небу. А у них все просто, оказывается. Идешь и вот это сегодняшнее православие распространяешь. И это вот это... Это вообще для меня непонятная статья. Это надо ее переиллюстрировать. Конечно, то, что там у мусульман резать и так далее и тому подобное, и они не лукавят, особенно узбеки. А с чеченцем поговори. Он знает, что это нужно делать и с кем нужно делать. Вот Рамзан Кадыров, он все наоборот перевернул и говорит, это американцы против нас, а не русские. Русские нам помогают на данном этапе. Вы что, не понимаете? Этим, которые там стоят, он их простил. И то, что он близок, видать, к Путину, вот эта вот политика Путина такая, ну, как бы надо же пройти все, через все эти айсберги, она и на него тоже подействовала, на Кадырова. Но в конечном итоге-то он встанет на нужную сторону, свою. Это понятно будет. И поэтому нам только можно опираться на одно, на рожденного свыше человека. Вот в лагере православном висит девиз такой. Дети, воспитанные во Христе. Все, другого не может быть. Вот это Россия может быть новая. Воспитанные во Христе. А как воспитывать во Христе? У нас тут есть матери, спросите, вот у них сейчас. Вот это занятие будет настоящее, тревожное и в то же время полезное. Спаси Христос, брат. Я полагаю, что мы должны всегда пользоваться тем бесценным даром, одним из талантов, который Господь дал каждому человеку, разум. Разум для того, чтобы отсеивать плевелы от зерен. Так и в этой статье есть разумное. А разумное заключается в том, что ислам сам по себе, он тоже меняется. И в исламе этого дерьма, о котором в конце этой статьи говорится, тоже предостаточно. Поэтому не зря будет единая мировая религия с единым мировым правителем. Потому ислам тоже подвержен всем этим воздействиям дьявольским. Исламитов там полно. Тоже. В исламе. Ну, я в этой статье немножко другой посыл основной услышала. Что опаснее, ислам или содомия? Опаснее содомия. Я вот этот посыл. Правильно, да, конечно. А то, что брат сказал, что в Ветхом Завете там мы знаем деяния псалмопевца Давида, царя Давида, пророка, и вообще еврейского народа. Они должны были убивать неверующих. Это было указание Господа. Но теперь там мы переносим себя на себя, как бы иудеи новые, новые иудеи, иудеи во Христе. Поэтому у нас уже христианская религия, она, конечно, говорит Господь нам, а я говорю вам, возлюбите ближнего своего, а я говорю вам, не убий. Так что, конечно, единственная религия, которая... Христианская религия, ничего которая лучше, говорит о том, что никакого убийства не может быть. И почему садомит? А почему тут садомит вообще, простите, за выражение? Ты слышал так начало статьи? Начало. А что он ее так назвал-то вообще? Я не понял. Сравнивает. А что сравнивать? Ну, ему захотелось сравнить. И действительно, это сравнение, ну, потому что это сейчас две такие... Европа наполняется просто мусульманами. Разрушение да. Внутри христианства. Вот и все. И он сравнивает. Кто Европа, кто... То есть, либо жесткая власть над душой, либо свобода. И вот у них содомия является символом свободы. Ну, он там нос уже что-то... Да? Игнат Тихонович, о расколе нам расскажите. Что есть раскол, как с вашей точки зрения? С вашей. Это неудобно сюда. Да проходите сюда. Там есть. Ну, не умные, здесь все знают. Вот это покаяние, найди мне, заложи.
Слово «распол» что означает? Расколоть. Целая щурка была расколотена. Вот у нас в общине главный раскольник – это тот, кто снимает. Он все время щурки у всех ходит. Это Володя Пащенко. Как сказать, вот «баптист» означает «креститель». Главный креститель у нас в общине – батюшка, который крестит. Это значение, перевод его, какое слово. И вот раскол может быть добрый и недобрый. Сегодня все гонят в одну строку, это неправильно. Первый раскол произошел на небе. Апокалипсис, 12 глава. И произошла на небе война. Война — это значит два лагеря. Белое — красное, зеленое — там синее, рогатые — хвостатые, светлое. То есть, то произошло. Необъяснимое при том. Святые отцы ни один не берется выявить причину, по какой причине родилось это зло. Иоанн Златоуст говорит, есть такой намек, один только в Библии. Когда ставите в пресвитеры, чтобы не было из новообращенных. То есть недавно только обратился, его надо в пресвитера, в епископы, чтобы он не подвергся нареканию, вместе с сатаной не был осужден за гордость. Гордость. Вот одно место так бы намек дает, другого нет. Это был страшный раскол, и последствия его на земле идут. Библия говорит, святая, о том, что к вам сошел дьявол в великой ярости, зная, что ему немного осталось времени. Если тогда говорилось немного, а это произошло до сотворения человека, может быть, миллион лет назад, мы не знаем, гадать не будем. Значит, ярость его только увеличивается, потому что время совсем меньше, тем быстрее он старается что-то наверстать. Но человек, который заражен был СПИДом, и с ним разговаривает, он: зачем ты так сделал это? Я не живу, а зачем остальным жить? Я стараюсь укусить, чтобы слюна попала. Вроде подходит человек и думает, он раз ребенка укусил, ребенок заражен СПИДом, больше ничего не надо. Вот эта вот мстительность сатаны, она проявляется здесь на земле. Неважно, там религиозная оболочка или где-то. И вот надо смотреть, как происходит раскол. Человек сотворен по образу Божией, Святой Троицы, по образу нашему, Златоуст говорит. И вот он раскол, этот раскольник уже подполз, раскалывает как? А подлинно ли Бог сказал? А может быть, надо как-то проверить? А действительно, нет, не так. Вы не умрете. Вы будете как боги. Ну, стал Адам Богом. Он тленным стал. И это жертва. 100 миллиардов насчитывается сегодня, тех, которые уже покоятся на кладбище. Вот первый раскол, какие плоды он несет? Тот раскол, который сюда. И ничего нельзя сделать, только ребенка родила, и уже в нем этот яд раскола, оттуда, который пришел. Ну, в Адаме все умирают, больше не надо ничего доказывать. Но пришел на землю Христос. Во втором Адаме говорит, а жизнь, дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. То, что Коран призывает к этому, там, к убийству и прочее. Ничего удивительного нет. У них сейчас сильно развита главная подпитка деньгами через работорговлю. Там изиды жили, ну сколько их там, допустим, 100 тысяч. Это язычники, да, они не мусульмане, а что-то такое начаточное. Всех до одного мужчину уничтожить. Девочки продаются в рабство, женщины в рабство. И показывают, как сегодня они торгуют ими. Вот такая она десятилетняя, она уже все. Они ее берут в наложницы и будут продавать, и насиловать, и что угодно. Позаботьтесь о детях своих. Мальчики уничтожаются, если не принимают обрезание, не принимают мусульманство. Это не секрет никакой, это эфир весь этим, интернет наполнен. И вот этот раскол дальше идет. Наконец раскол этот с большой буквы пишется. Кто-то пришел, раскольник, так назовем, и говорит: отныне двое в доме разделятся против троих, отец против матери. Невестка против свекрови. Кто это расколол? Семьи жили нормально, ходили вместе, молились, и вдруг все пополам. Кто раскольник? Ну давайте дальше маленько просмотрим. Так нельзя называть того. Раскол. Не называйте раскольник, называйте причину, подавшую к разделению. Давайте так. Не будем слово раскольник употреблять туда. Здесь. Но это было, но это и самый настоящий раскол. Государство уже не единое. Оно не устоит. В скором времени будет пленено римской властью, Веспасианом и Титом. Вот она дальше идет. И этот раскол идет все время, размежевание. Живые и мертвые. Это раскол. Ну вот в Россию приезжают монахи, приезжает епископ Михаил.
это последствия того, что князь Владимир добыл невесту Анну. А ему условие было поставлено, отдадим тебе, ну, их называли в то время это цари, они были два молодые, не могли устоять. Дай вашу сестру за меня замуж. Прими крещение, ничего не стоит, большая кадушка, погружение было полное. И он пришел. Это обращение было, покаяние. Ну, не было, надо до конца сказать. То есть, этот человек как был язычник, так и остался. Он не стал пить, жен оставил. Но остальное это не в этом заключается. Вот равноапостольный Константин. Я один вопрос ставлю. С какого времени он стал равноапостольным? Вот сидят здесь сейчас священники, патриарх сидит, синод. Я им вопрос задам. Ну, скажите. Ну, а вы должны ответить, говорит, всякому, кто просит дать отчет своего повади, дать ответ с кротостью благоговением, 1 Петра 3.15. Ну, кротко ответьте. В какое время? Ну, собор. В 313 году, когда вот он принял христианство, увидел крест на небе и сим победиши, это он стал христианином. Он стал победителем над Ликинием, зятем своим, утопил его. Империя стала одна. Но история, не надо ее путать где-то. Дальше, христианином человек считается с крещения. Всегда было так. С обрезания, как обрезан человек, вошел в общество Израиля. Всякая душа, которая не будет обрезана, да истребится из народа. Повеление Божие. Так и как крещение. А обрезание указывало, придет крещение, заменит обрезание. Да коли он ходит, еврей, встречается с христианами, его терпят. Но как только принял крещение, смертельная война, так и мусульмане. Пока он ходил, встречался нормально. Как только принял крещение, ты изменил мусульманство, изменил Магомед. А там написано, смерть ему, все силы бросают, чтобы найти его, умертвить. Поэтому принявшие крещение, бегут в другое государство или еще где-то. Кто раскол производит? Он нормально жил в мусульманской семье, хорошие порядки, девочки сохраняются в целомудрии. Кто раскол произвел? Евангелие. Был такой святой после канонизирования, Серапион. Он сильно верил. И все раздавал. Наконец, увидел нищего, снял с себя одежду. Совершенно голый. Сидит, зажался, но одно Евангелие вот так. Прижал и сидит. Кто-то идет мимо и говорит, а кто тебя раздел? Оно меня раздело. Оно! Оно сделало вас ваххабитами. Я неоднократно это говорил в доме Мулы, когда были. Если сделал две кафедры, две, на одной будете, не надо слово радикальное, вот просто вот те шахиды, игиловцы, вот им дать Коран. И те, которые сегодня, такие, которые с нами по-хорошему ужились, традиционной религией, им дать Коран. На основании Корана беседуйте. ИГИЛ вас на первой странице победит. Потому что вы многие, многое затерли, как наши, которые радикальные, они с властями, со всеми, и в экуменическом движении, сергианство, предательство, это все подогнали под Евангелие, так и под Коран подогнали. Я не защищаю, не надо даже думать, но я знаю Коран, у меня целый том написан. По сурам аятам еще нигде не встречал, чтобы сравнение с Библией. Считаю, что моя книга, 18-й том, открытым оком, она уникальна в этом отношении. Это другой путь, нежели у Данила Сысова было. Я не разбираю просто плохо, а говорю вот два варианта. Вот смотрите, изберите жизнь, смерть, свет или тьму. Смотрите. И вот раскол. В России такая вера, которая пришла. А князь Константин стал царем. Был один, как сказать, тетрархов, или квадрили называют, трахи какие там были, четыре части было. Вот. Квадрах. И он не принимает крещение ни сегодня, ни завтра. Приближается смертный час, он все еще не крещенный, председателем Вселенских соборов стоит. Это равноапостольный. И он не должен был даже присутствовать. Но давайте до конца однажды договорим, не бойтесь, Константин умер, не тряситесь за свои жалкие жизнешки-то. Ну скажите правду. Так, и он что? А я хочу креститься в Иордане. А уже не до Иордана. Уже пика в боку. И что дальше? А вот теперь обнаружится, кто он. Он призывает епископа, еретика и крестится у него. У арианина. Ну и как? А с чего ради равноапостольного-то? А надо было закрепить в государстве именно эту религию. Он равноапостольный, я ничего против не говорю. Но история повествует именно так. Пришел в Евсевий, его крестил, а собор-то был 325 человек, в 318 году собрались епископы. Почему ни одного из православных, которые пришли уже
господствующем положении. Почему к еретикам обратился? Значит, что-то он там нашел, если он, наверное, апостольный, умный такой, сумел все сделать, Стамбул этот Новый Константинополь преобразовать. Значит, что-то от нас скрывают, что там было у тех, от кого он крестился. Может, там что-то доброе нужно было взять? Ведь были такие, которых объявили еретиками, иконоборцами, а он не был иконоборцем. Он сказал: иконы, поднимите маленько повыше, вот так вот, чтобы люди не хлопались, поцелуй, долбом еще стукнут, православие. Поднимите выше, его приговорили к смерти, еретик. Давайте однажды договорим до конца. И вот это, что нам принесли оттуда, я благодарю Бога, что родился, с детства знаю имя Христово, дальше-то ничего не знал. И так это идет и идет во все это единодушие. Сергий Радонежский, вы знаете, как он молился, как персты слагал, кто знает? Не знаете? Смотрите. Поднимите руки, кто так сегодня совершает крестное знамение? Так князь Владимир крестился. Основатель русского монашества Антоний Феодосий так крестились. Я беру только канонизированных. Вся Русь. И, наконец, собор. Стоглавый. Председателем 15-летний мальчик. В будущем Иван Грозный. Никак категорически запрещается как-то пальцы слагать, только двое перстия. Это небо, склоненное к земле. Это Богочеловечество. Троица не умирала на кресте. И вдруг из мордвы рождается один человек. Никон. Кто производит раскол? Все общество было единое, шло, это образец был. Быстро развивающаяся страна и прочее. Но уже там за кадром маячил Петр I Антихрист. Это совсем рядом было. Ну договорите однажды до конца, я не призываю ни к чему, просто историю хочу восстановить. Как? И Никон постановляет, и берет те, которые учились, кончали католические школы по их книгам, а свои не издавали венецианского издания, и по ним начинает править. И править в самой основе. Бога истина, от Бога истина, рождена, несотворена. Мы верим в это? Бога истина. Христа, от Бога истина, Отца. А почему теперь Дух Святой не истинный? В Духа Святаго Господа истинного животворящего Никон выбрасывает. Как можно было на это попуститься? А это все принято было из Греции. Это шло от первого собора, шло, символ веры. И люди, которые ходят в церковь, они даже не знают, что Дух Святой по учению сегодня, по символу веры, он не равен тогда выходит. Выбросили, если бы придумали, а то выбросили. И те, которые люди-то верили, молились, вчера так молились, он говорит, не так, рубить пальцы, только так. И все поняли, 1666 год, 1000-то отбросили, а 666, вот он, Никон Антихрист. И вы знаете, как побежали люди, куда? Сколько их в Турции оказалось, сколько оказалось на Западе, в тайге, Красноярск, Лыков, это все старообрядцы. А в чем они были виноваты? Кто произвел раскол страны? А их назвали раскольником. У нас все вот так перевернуто. Раскольник-то Никон, он ударил по этой чурке российского государства, расколол ее. Ну ты скажешь, не так. Ну, до Никона не было разделения, единое государство было. Это ни худо, ни бедно, ни два, ни три. Считают 13 миллионов, при малочисленности тогда это вырубили. Кто произвел раскол? Ну, для себя, в мозгах. Как ты крестился, так и крестись. Я не посягаю, у нас это свободно может быть. Но, вот у меня книга, подаренная митрополитом старообрядческим, белокринистской иерархии Корнилием. 100 проповедей. Прекрасные проповеди. И он попросил дать, как бы, аннотации называют, ну, посмотреть рецензию на эту книгу. А я ему до этого подарил. Чтобы просить человека мирянина, это означает, ну, он что-то хотел узнать. Хотя отзыв об книгах моих дал, я читал как много полезного, важного, нужного, такие эпиграфы, так сказать, слова, эпитеты сказал к моим нескольким книгам. Я стал писать, а у нас старообрядцы живут, моя сестра родная, и им в храм не запрещено было, они ходили, а потом запретили. Не переходить, а просто в воскресный день молиться. Но у них, чтобы не оскверниться, вот где старообрядцы кланяются, то ты маленько отстань, он когда распрямится, а ты в это время сделай. Ну детское разумение такое, ну, приспособиться можно было. И вдруг им запретили, потом под страхом анафемы, может быть, отлучение от причастия, вот это они знают. И я ему в конце решил подписать согласие их старообрядцев. Давайте подпишем. Надежда Васильевна, родная сестра там живет. У нас все корни старообрядческие. Чтобы они могли в воскресенье не спать, а приходить на богослужение. Ничего не надо. То есть нам не запрещено вместе гулять, пить, петь песни. Ну все разрешено, кроме моления в храме.
На занятия можно ходить, только кроме моления. И я туда подписал ему, владыка Корнилий, разрешите нашим старообрядцам приходить на богослужение. Он сразу же ответил, нет. А почему? Потому что вы, у нас хорошие отношения с ним, считаете, что равно спасительно это и это. А на это мы не пойдем. Ну а нет, а пусть крестится двуперстно. Нет, за то, что я признаю, что можно и троеперстным креститься, уже мне доверия нет, и может быть я вычеркнут у него там. Я не знаю. Кто разделяет это? Разделяет наша узость взгляда. Я считаю пять, как католики. Я считаю, это самое правильное. Пять ран, это плотской крест. А в этом и в этом есть элемент ереси, потому что на кресте Бог не умирал. Зато узгод божество бесстрастное. А первые христиане молились, он зато идет одним перстом. Но каким не говорит, но ясно каким, тут сама рука выбросит тебе. А почему? Бог единый. Они стояли на аренах перед львами, поднимали крест, и один возглас был: Христос Рагнах, Христос царствует. Все, 500 божеств все объявили бесами. Этого простить не могла ни одна религия. Но все они исчезли, сошли с арены, христианство осталось. Аминь. Про Константина говорили, про Владимира. Он христианин был. Христианин. Ну, да. А где Слово Божие? Написано, вера, если у него появилась вера, то вера должна была не от того, что ему нужна Аннушка была, завоевать ее. А у него в это время было 2000 их жен наложено. Две. У Соломона только 1000. Еще надо ту, царского достоинства. Их называли Василиски. Слово Василий переводится царь. И вот эти, которые два они вместе брата были, назвали Василиски. Слово сказать Василиска, змея ядовитая есть еще. Где у него рождение было? От какого слова? А рождение, а дальше? От слышания, не от глаз, что увидит, какая мушка красивая, а от слышания. Чего слышание? Как она поет? Какой голос мелодичный? Нет, Слово Божие. Ни того, ни другого не было. Обращение могло быть другим путем, кроме указанного Евангелия. А теперь рисуют на иконах. Крещение Руси, люди стоят в воде. Князь Владимир поднимает руки, и рядом стоят воины, вот такие мечи. И везде все время писали. Князь сказал всей стране своей, ну, в то время как княжество это, кто не будет креститься, тот мне не друг. Я говорю, неправда, сейчас везде стали печатать. Да, он сказал не так. Сказал, кто не крестится, тот мне враг. А враг, значит, стоят рядом исполнители приказания. Он был безжалостный. 2000 жен. У брата Ярополка почему-то показалось лучше, он сразу его убил и взял жену. Это князь Владимир, равноапостольный. Я спрашиваю, с какого времени он стал равноапостольный-то? Ни там не отвечает, ни здесь. И какое у него в семье-то событие? Святополк, Борис и Глеб, двоих убивают. Если человек обратился к Богу, он меняет имя. Язычников он не будет. Савл был, его мы не знаем. Теперь Павел. Там как был Константин, язычник, имя не меняется, такой остался. Когда крестился-то имя-то другое дается. Вот князь Владимир крестился, и с крещением погружается кто? Владимир пришел так. Только в воду пошел и говорит, крещается раб Божий Василий. Он во имя Василия. Это Василий. А сегодня князь Владимир, Владимирские храмы и прочее, то все это в язычество. И все Владимиры это в честь язычника названы-то. Ну здесь даже думать не о чем. Мы не знаем его. Александр этот воевал. Невский. Я его знать не знаю. Я знаю тот, который осознал не так и принял схему, Алексеем стал. Вот этого я знаю. Борис и Глеб, это язычники. Так они крещен, да, с крещения вышли. Роман и Давид. Ну, я говорю, то нет. Аминь. Роман и Давид. У меня два племянника из одной семьи тоже, Роман и Давид. И поэтому ни одного Бориса у нас не может быть, ни одного Владимира не может быть названо в крещении. Ни Бориса, ни Глеба, потому что это языческие имена, не обращенные. В честь кого называли-то? И они были язычники, стопроцентные, а теперь приняли крещение. И как, это ни во что берется. Видимо, на том уровне, что Дух Божий, я так думаю, не позволил обманывать. Были и остались такими. Это не случайно все. Кто произвел тот раскол? И вот книга есть такая, к истинному православию. Я 40 лет собирал на нее материал. Я попрошу, прочитай вот это. Придется прослушать один раз. О покаянии от раскола. Образец. Слушайте внимательно. Другой раз вам не представится этот случай, может быть.
Покаяние перед старообрядцами архиерейского собора РПЦЗ, Русской Православной Церкви за рубежом. Чтобы это произошло, нужно было 300 лет, 333 года ждали. Вот эта цифра меня тоже... Интересно. 333 года ровно. Половина 666. Да. И при том покаяние. Нет покаяния никогда, нигде, только в Московской Патриархии. Ни разу, нигде. Аминь. Что с коммунистами будет, умирает Сталин, Алексей Первый, там такой панегирик поет, это такое нравственное начало, ушел, покинул и прочее. Большего тирана не было, 66 миллионов голов только здесь. Славян всех вместе 110 миллионов уничтожено. И его сейчас в иконах рисуют, канонизируют. Это православие? Это наше? Не надо от этого говорить, так просто отмахиваться. Это не раскол. Это не раскол. Теперь... Папа Римский, там Пий, какой там, 12-й, 15-й, он 16. Там с Гитлером разговаривает, и выходит, и приносит покаяние. Папа Римский, там, кажется, Ян Павел, перед всем миром, мы виновны, мы имели связь с фашистами. Эти с коммунистами слились, Сталин и Берия основывают Московскую Патриархию, основывают. Ее не было, она легитимно никак не связана с патриархом Тихоном. Это 43-й год, сентябрь месяц. Он вызывает двоих, и теперь дальше они становятся. Питаться будет от кремлевских столовых, все эти места. Проще дает им машины. Но только всех, кто арестованы, всех объявите врагами народа. И все, которые были епископы, сидели в один день, подписали, это враги народа. В истории мира не было этого, чтобы слава церкви, это мученики, исповедники за Христа, были отброшены церковью. Так церковь этого и не делали. А кто они тогда, которые это сделали? И теперь уже власть давит их. Почему? Сергий, митрополит Строгородский в 27-м году написал: «Ваши радости, наши радости». И говорят, как это может быть? Ну, мы хотели спасти церковную структуру. А структура нарушается, церкви нет. У них понятия вечности никакой нету. Аминь. И что интересно, события прошедшей недели эфир наполнило. Ближайший помощник патриарха Всеволод Чаплин разошелся с патриархом и вышел. Он где-то 30 лет, наверное, ну 20 с лишним-то был. Это по связи с общественностью, я правильно говорю? Да. Да. И теперь меня спрашивают в интернете, ну хоть как-то прокомментируют, я говорю, к нему обратитесь. Я вчера сказал, а сегодня уже появилось его интервью, и сегодня я начну ее комментировать. Ну-ка. Большое, 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 он говорит, как и что там делается, сколько людей, которые ничего не делают у патриарха. Я разошелся с патриархом в основных вопросах. А веры вообще нету, Христа никакого нету. Это структуры, которые не хотят здесь быть, идут куда? Эти люди достойны оплакивания. Куда пошли? Структура. Какая структура? Структуру Бог не основывал. Ну там Петр в Риме, к нему пришел Павел, и что, это каноническая территория его, Петра? Павел не может проповедовать? Или крестить? Или... Ничего нет, это все выдумка человеческая. Каноническая территория, говорю, это кому принадлежит? Ну вот это Барнаульскому тут. Так, вот этот дом им принадлежит, этот, вот за них в ответе перед Богом, за два дома. Если твоя каноническая территория, ты должен заботиться о каждой душе, зайти в дом. Их никогда не было, попов и не будет здесь. Вот так, чтобы собираться, можно было говорить, они понятия не имеют. А вот пришел, поставил свечку, раскрыл рот, проглотил и сам не знает что. Одна выходит и плюется, ой, что-то в рот попало, она думала, это вино. А я это собираю из урны и тащу настоятелю. Что-то попало. Абсолютно не работает книга правил. Вот что это такое. Теперь, они, католики, увлеклись инквизицией. 12 миллионов возвели на костер. Конечно, страшно. Но папа выходит и приносит покаяние уже в 21 веке. Так, Лютера гнали, преследовали. Первый, говорится, основатель протестантизма, 1517 год. А теперь вместе с лютеранами и приносим, простите нас, гнали евреев, перед евреями поехал и попросил прощения. У патриархии нигде ни разу не было. Это зарубежная церковь перед старообрядцами, которые гнали, гнобили. И было гонение, даже высказать нельзя. Книга, это сказать, фильм «Раскол» видели? Да. Все там сказано. Как пальцы не так, руби. Язык сказал, вот так язык клещами обрезать. И люди уходили, их находили там где-то. А люди знали молитвенный дом, и он наполнен был соломой, ждали. Если в этот момент внезапно арестовывать будут, сразу поджигаем и сгораем. Лучше умереть, не дать себе в руки этим разбойникам, бандитам. И сколько написано, такой-то там вычек, пункт какой, какого числа, и окружили. Царские войска, ну, пришли там какой-то мужик,
полк или сколько их там было, мы не вышли. И сожигошися 853 человека. Сожигошися! В другом месте 1033 человека сожигошися, с младенцами все горели. Так как надо было вести, довести людей, что они согласны были сгореть заживо, чем в руки этим раскольникам отдать. Раскол-то произвел Никон. Они держали так, как князь Владимир принес. Старинные книги, это все рушить. А Никон потом доходит уже и видит, что забрел куда. А зачем он пошел? Ему пообещали быть вселенским патриархом, обольстителем. Лигариды разные, которые пришли. А когда увидел, что не то, а потом рассорится с царем и будет изгнан, вот теперь и говорит, да служите по старым книгам, равноспасительно. Но покаяния не было, а только признать, что те старые новые обряды, патриархия это признала. Ну, можете теперь молиться так. А что проклятия были на старообрядцев, якоже не бымши. За этим стоят сотни, может, тысяч людей, якоже не бымши. Это уже, кажется, при Алексее Первом, а совсем близко. Но покаяния не было. Вот покаяние настоящее. С подписями всех архиереев. Считай. Верующих чад Русской Православной Церкви на родине и в рассеянии, держащихся старого обряда, собор епископов Русской Православной Церкви за границей РПЦЗ приветствую. Возлюбленные братья и сестры по святой православной вере нашей, благодать и милость человеколюбца Спаса да будут с вами вовеки. В год, когда Святая Православная Церковь обращена к 2000-му юбилею Рождества во плоти Господа, Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, мы, собор епископов РПЦЗ, собравшихся в богохранимом граде Нью-Йорке, на наших заседаниях думаем и о том, как бы мы могли способствовать уврачеванию того разделения, которое уже столько столетий переживает Церковь Российская вследствие богослужебных изменений, установленных в 17 веке. Ну кто установил? Да дальше-то говорить надо. Кто? Ну не, Аввакум же установил. Он именно ревнители старых обрядов. Видите, вот везут, когда книги Морозова везут, везде, боярня Морозова, как она поднимает два перста, приветствует. Ну это не скрыть нигде. Мало того, встречается человек у меня, ну, близкий просто. Мы глубоко сожалеем о тех жестокостях, которые были причинены приверженцам старого обряда, о тех преследованиях со стороны гражданских властей, которые вдохновлялись и некоторыми из наших предшественников в иерархии Русской Церкви только за любовь старообрядцев к преданию, принятому от благочестивых предков, за ревностное хранение его. Значит, теперь понятно. Мы за всех приносим покаяние. Ну кто это сделал? У них был один старообрядец, Даниил, епископ. Ну, был прямо в Русской Православной зарубежной церкви, но со своим обрядом. Иллирийский он как называется. И теперь вот он там говорил, молился. Ну, молились, конечно, все об этом. И, наконец, вот это. Русская зарубежная церковь с самого своего основания соответственно искала примирения со старообрядцами и на своем третьем всезарубежном соборе, состоявшемся в 1974 году, во всеуслышание провозгласила древние богослужебные обычаи и обряды православными и спасительными. Вот, а за них убивали. Вот сколько? В 1974, а здесь в 81 или 71 там надо, ну разницы нет. До этого нельзя было по ним молиться, персты не так. Теперь, а то как бы и не было, давайте простим. Ну здорово, конечно, давайте простим, но надо посмотреть, кто раскол-то произвел-то, кто раскольники-то? Это мы раскольники, мы, если мы признаем, что правильно там Никон сделал-то. Запрещение же и клятвы, наложенные в прошлом на содержащих эти обычаи, считать недействительными, отмененными и якобы бывшими. Якобы бывшими. Ну, убили там что-то. Есть такой фильм «Принц Египта» про Моисея, как он выводил оттуда. Ну, он-то в царском доме воспитывался-то. Ну, за свой народ стал заступаться, там строит такую статую, и, ну, значит, этот, который бьет там надсмотрщика, он разбежался, как ударил его. И тот полетел вниз и разбился. Кто сделал это? А тот, второй-то, который это, настоящий сын, Рамзес. И когда он уже Моисея убегает, в фильме прям показано, он останавливает его, говорит, не могу я вернуться, я человека убил. Убил? Я звезда утренняя и вечерняя. Я сказал, нет, не убил. Понимаешь, так просто все, я звезда утренняя и вечерняя, а теперь хоть кто-то скажет, что убил Моисея, тому сразу головы, и никто не скажет. Я звезда утренняя и вечерняя, вот это
православной церкви, московского патриархата. И я сказал, все, на этом конец. Не убивал. Но человека-то нет, родные рыдают. Он убитый. Не убивал никто. Я звезда утренняя вечерняя сказал. Дальше. И несмотря на это, хотя наша иерархия и наши верующие никогда не участвовали в преследованиях и насилиях, причиненных старообрядцам, мы хотим воспользоваться и ныне данным случаем, дабы и спросить у них прощения за тех, кто презрительно относился к их благочестивым отцам. То есть он говорит, что мы, зарубежная церковь, не участвовали в гонениях. Они оказались там, и там это уже не надо было. В тюрьме друг друга не гонят. Вся дружная, просто вообще замечательно. Нам нужна только тюрьма и север ссылка. И там уже никакой вражды нет, ничего. Может быть, дадут какие-то брюки, а то в заплатках. Все. И вот теперь они говорят, мы не участвовали в этом, но... 60. Что дальше? Этим мы хотели бы последовать примеру святого императора Феодосия Младшего, перенесшего святые мощи святителя Иоанна Златоуста в царственный град из дальней ссылки, куда родители его немилостиво отправили святителя. Иоанна Златоуста, Евдоксия, жена Аркадия, она сослала его. Что он там претерпел? Ну вот теперь начинается такое, сгорает храм Софии, сгорает там еще что-то, такой раздрай пошел. Она умерла тоже, и гроб ее все время трясется, на нем мраморная плита слетает, ничего нет, и поняли, просить надо у мертвого. Вот они говорят, до этого дошли, я нигде до этого не считал, так Господь показал. Есть такая статья у меня здесь, книга, ее написали, напечатали, «Молодежь Алтая» была. Просить прощения у мертвых. Я эти два... Там еще один факт такой был. Надо уметь просить прощения у мертвых. И вот тогда была составлена особая делегация. И они поехали к Иоанну Златоусту, подняли его мощи. Давай у него и спрашивать. А император Феодосий Младший написал, прошу прощения за неумение, лютость там и прочее. Так же было во времена, когда мощи Филиппа Колычева, митрополита, которого Малюта задавил. И послали тогда туда, делегации написали, прости, от Алексея Михайловича, лютость моего деда Иоанна Васильевича, прости нас, что в государстве-то мир был. Я писал об этом нигде, а сейчас это зафиксировано здесь. Я рассылал архиереям, просить надо прощения, просить. Не знаю, воспользуются ли моим материалом или нет, а знаете, кому душе радостно. И дальше будет написана статья, почему заплакал Игнатий Лапкин. Она здесь, кажется. Считай. Применяя его слова, мы взываем к преследованным. Убитому. Цитата. Простите, братья и сестры, наши прегрешения, причиненные вам ненавистью. Не считайте нас сообщниками в грехах наших предшественников. Не возлагайте горечь на нас за невоздержанные деяния их. Хотя мы, потомки гонителей ваших, но не повинны причиненных вам бедствия. Признать, что мы потомки этого Никона, раз так молимся. И на нас этот лежит грех. Просить прощения у старообрядцев надо. Вот они до этого дошли. Простите обиды, чтобы и мы были свободны от упрека, тяготеющего над ними. Мы кланяемся вам в ноги и препоручаем себя вашим молитвам. Простите оскорбивших нас безрассудным насилием, ибо нашими устами они раскаялись содеянным вам и спрашивают прощения. То есть у мертвых просят прощения, нашими устами, которые там архиереи собрались, они у вас у мертвых просят прощения. То, что нас гонят, вот мы всех, кто придет, время на коленях будет стоять патриархия. Мы две общины, которые продолжаем держать евангельского духа. Это вообще нигде больше этого нету. А вот у вас епископа убрали, а Илариона, это никакой роли нет. Это вы его пленили. А говорит, он видит, говорит, волка грядущего и бежит, и оставляет овец своих. Это попытка-то вот, что там было, по отдельно будет разговор, скажу только немного. И там было два представителя наших, один из них перед вами. И когда там речь шла о каноническом признании, что благодатный зарубежный, московская патриархия, в это время, как там было, смотрели, чтобы никто не записал? Магнитофоны все это убрать. Это значит, а кто первый положил? Путин Владимир Владимирович приехал туда, они к нему пришли, и дальше, это его работа. Его, это большое, очень большое достижение. 360 точек своих КГБ-овских по всему миру одновременно можно ставить было. А отношение к верующим какое? Кто это? Вчера были вместе, а вы это, кто расколол-то? Зарубежная церковь шла, и тоже называли раскольниками. Как? За границей оказалось до 7 миллионов, белая там
исход это не иммиграции было. И образовали они там, там епископов, может быть, 20 больше было. Какой раскол-то? Все время патриархия клеймила, раскол. А как только согласились вместе молиться, слово раскол больше нигде не упоминается. Лицемеры. А вот теперь его сказали, он не будет. Я всегда отвечаю на это так. Пытка вопрошала, а боль отвечала. Он сам ничего уже не может делать. И от того, что он там напишет бумагу, ничего не меняется. Я и Бог. Я уверовал, меня Бог призвал. Я признаю священство, признаю патриархию. В любой момент могу пойти причаститься. То есть за нами даже этого нету. То есть подобного случая в мировой истории еще не было. Но и оно, покаяния никогда не было вот такого. И кто-то является начатком Ахайи. Я не хочу разбирать ничего там, батюшка через неделю будет. Но показывает слово раскол. Надо рассмотреть, кто первый раскольник и дальше как пошло. Дальше. В 20 веке на православную российскую церковь обрушились новые преследования. Теперь уже от рук богоборного коммунистического режима. О, отошло когда? Когда их все в Бутово, забутили там Бутово, когда 200 голов архиерейских отлетело, когда сразу 150 тысяч монахов казнено, мы пойдем другим путем. Кто это сказал? Ни одного убивать попа надо, а всех сразу рубить. Кто сказал вот так, кулаком стоит, мы пойдем другим путем? Вил. Вил, Владимир Ильич Ленин. Вил. Вот написано там. Главный идол, который вымачивается все это. Это, говорит, вобла. Сушеная. Перед нашими глазами ярким образом представилось преследование при малодушном или даже бессовестном сотрудничестве и поступничестве гражданским властям со стороны лиц, именующих себя церковными. Вот это здесь, которое начало, их тоже начали гнать, за рубеж выгнали, они там дозревали, 50 лет зрели, наконец поняли, не за это. За что? Вопрос стоит. Сейчас говорят, вот главная причина мусульманства не радикализм. Да не в этом дело. Дело в том, что эти люди, они бы обратились, не проповедовали им. Это 2 миллиарда было бы православных. Это монашество заблокировало за стены всех. Самые лучшие силы из народа высасывали, и они уходили, не давая потомства, в песок. Это уже сегодня написано, журнал «Паломник», древние православные там какие-то уставы и прочее. Издано официально. Вот где причина-то была. Они не шли, никого не пускали. Литературная газета еще лет 10 назад большую статью напечатала. Миссионер 21 века об Андрее Кураеве. И он об этом пишет. Мухаммад, пророк их Магомед, умер в 632 году. В 632. А христианство-то 4 век. А на самом деле это 1 век-то. За 6 столетий ни одного миссионера не послали туда. Ни одного Кирилла Мефодия не было. А вот теперь надо, вот в этом покаянии нет покаяния. Они говорят, вот у нас на родине коммунисты стали подряд расстреливать храмы, взрывать там прочее. Не за то ли, что мы гнали? Вот единственный правильный выход. Найти, где ты запачканный, еще рыльца в пуху. А теперь понятно, кто курочку слопал. Мы со скорбью признаем, что великое гонение нашей церкви, прошедшее десятилетие, отчасти может быть и Божьим наказанием за преследование чад старого обряда нашими предшественниками. Ну хорошо. За рубежом поняли, почему здесь патриарх ни один не понимает? Почему перед старообрядцами вот это скопировать и переписать, и все? Даже в форме предположительно, может быть, даже написать, когда явно дело за что. Вы должны были прийти в разум, попросить прощения за гонителей, и у них попросить прощения, которые убитые. Ничего этого не было, не было. Это беспокаянная структура. Почему коммунисты ушли от власти? Было покаяние? Нет. Фашизм осужден Дёбелевским процессом. Коммунизм принес жертв в сотню раз больше, притом Гитлер своих не уничтожал. Вот только врагов, противников, политических, церкви открыты были. Это приходили, там, ну, знаете, вот поп, фильм поставлен, где там, и немцы пришли, сразу везде храмы открываются, колхозный скот раздали по людям. Мы не знаем, это временная была программа или как, но ведь так было. И покаяния вообще никакого нету. Совершенно слово покаяние, только когда покаяние, стань на колени передо мной. Каждый поп, папа. Вот что. Я ничего против не имею, но ну договорите однажды до конца. Почему Чаплин вдруг заговорил, когда оказался уже на стороне? Потому что я разошелся с патриархом, и теперь он говорит о себе. Его все считают атеистом. Вы, говорит, тут интересно там рассуждает дальше. Вот вы хотите тотальный контроль, вы это сделали, сияет над вами этот ним. И дальше говорит, где, что вы захватили? Залезли везде, говорит, в матку женщинам. Мужчинам штаны и всем бизнесменам в карман.
Над этим все царство патриархии. Это очень большой он сидит, рассказывает. Как, в какое время пришел, что там было, что они там делают. Но он маленькую часть только приоткрыл. Когда все это откроется, люди поймут. Идти-то некуда. У меня есть вот здесь статья. Перехожу в Московскую патриархию, там нельзя переходить, там порог перешагнуть. Вот, мусульманам, старообрядцам надо переходить, узнать у старообрядцев, что борода была, там полное-неполное крещение. Как. Ну, везде порядок. Мусульманам, там обрезанным, туда ничего не надо. Ладошкой по голове, хоть ты тысячу человек заходить, вообще не надо. И вот эти мафии, что везде, перестройка, это все проще. Кто Советский Союз расколол Беловежской пущей во главе с Ельциным? Ну, кого считать-то? Тех, которые остались? Или они? Кто расколол? Теперь кто раскалывает Россию по частям? Ну, назови имена, да попроси прощения, не за это ли, что в семьях везде раскол. Почему? Потому что мужи подкаблучники, не знают места свое, не знают жены своего места. Кто это ввел, то, что жена равна мужу? Где это просчитали? Ребенка нельзя трогать, иначе ювенальная юстиция. Кто это раскол в семью ввез? Везде Павлики Морозовы растут. Ну? Ну договори однажды, то ты увидишь, что, кто это все одобряет. И Нюрнбергского процесса не было в России над коммунистами. Ельцин уходил когда, его спрашивали, ну что ты сделал там, это понятно, наворовал, ушел. А о чем больше всего, что сожалеешь? Он говорит, о двух вещах только. Что с коммунистами Нюрнбергский процесс не устроили. И второе, не вынесли этого идола, безобразника с Красной площади. И поэтому наша земля не будет не рожать ничего. Это он уже при сходе в гроб. И произнес, и напечатали. Вот так. Дальше. Итак, мы сознаем горькие последствия событий, разделивших нас, и тем самым ослабивших духовную мощь русской церкви. Кто расколол? Кто ослабил мощь русского народа? Никон. Да кто раскольник? Это старообрядцы или никоньяне? Ну даже вопросы задавать не надо никакой. А только они, а теперь этот диктат везде под нас, он должен быть архиерей. Ну а когда архиереев порубили, православие спасались люди, да? А кто был? Да и священников них не было, да и священников спасались, раз их нету нигде. Одного священника там где-то перетаскивали с места на место. Нет, он должен быть так, нигде этого нету. Это иерархия для царствования, для денег. И эту иерархию Бог показывает сегодня через Чаплина, Всеволода, священника, что совершенно Бога не знают. И даже не нуждается. Слово Библии вообще не упоминается нигде. Все интервью говорит, и только в конце начинает там немножко спрашивать, ну а кто спасется? Сахаров не спасется, точно знают уже. Патриархия уже точно знает. А ну там спасется, не спасется, там кажется, еще кого-то спрашивают. Ну а как вы считаете, вы-то спасетесь? Я-то? Да по православному нельзя так говорить. Я грешник, конечно, многогрешник. А когда я говорю грешник-многогрешник, это дает мне шанс быть спасенным. Ну а патриарх как? Он еще не ушел никуда. Ну, патриарх-то, думаю, спасется. А ему задают вопрос, а из какой катапульты его на небо поднимать будут? Это интервью. Сегодня утром получил только. Вот и все. Кто раскол произвел? Вот раскол они сейчас и раскалывают. Вот привели к тому, давайте, объединение церкви зарубежной. Никакого объединения нигде не ездили, даже слова это не было. Это закулисно делают. А мы хотим туда, на такой территории. Зарубежная церковь-то осталась? Осталась. Ну а на другой территории, а по территории никогда не решалось нигде. Очень просто даже. Это сущий абсолютный обман. Мы с Богом, мы молимся, и невиданную свободу Бог дал. Патриархия над нами не имеет никакой власти, мы там не были. А те уже туда отошли, мы перед этими подотчетны. Вообще, в мировой истории просто такого не было. И ничего не отрицаем, все принимаем, признаем тех и других. Вот вдумайтесь, то, что нам Бог дал, мы поэтому так ответственны перед Богом, если будем что-то делать не так. Скажем, что безблагодатная Московская патриархия или еще что-то. И заканчивается чем? Мы торжественно провозглашаем свое глубокое желание исцелить нанесенную церкви рану и молимся о том, чтобы мы, если на то будет воля всемилостивого Бога, могли бы участвовать в таком богоугодном деле. Мы верим, что с обеих сторон требуется воля следовать спасительным заповедям Христовым и в исповедании, что не обряды наши сами по себе приближают нас к Богу, но покаяние наше, смирение, готовность к взаимному прощению, любовь и все христианские добродетели устрояют нам наше спасение. И он об этом говорит, сейчас семинарии кого принимают.
это через 10 лет такая отрыжка будет. Вот я сейчас смотрю, которые вот на нас здесь нападали еще. Это особая волчья стая, их называют патриаршее кодло. То есть, когда собираются вместе, они рвут. Просто звериный оскал. Ни старших, никого не посчитают, ни благодарности, ничего нет. Хамье абсолютно. И об этом сегодня говорят. Они в семинаре набирают 10 человек, больше никого нет. Куда идти-то? Монашество, которое принимали, массово отходят туда, женятся и прочее. Ничего, вы видели обман? Пришли люди с высшим образованием, монастырь нигде нельзя реализовать, только быть бесплатной рабочей силой, говорит, быдлом. Это все, говорит, человек, который с патриархом рядом был десятилетия. Я об этом сколько уже говорю об этом? Держи, что имеешь. Наша сила сидеть спокойно и молиться. Молиться за патриарха, молиться за священников, за президента, за всех. Сила в молитве. И ты увидишь, как сердце наполнится радостью. А что структура? Батюшка приедет, будет говорить обо всех документах. Я просто говорю о расколе. Не нарушаю, батюшка. Мы искренне желаем встретить представителей церквей старого обряда и согласий, а также их приходов, дабы мы могли совместно разрушить средостение, разделяющее нас, и подготовить путь к добрым отношениям. И, наконец, к восстановлению полного общения между нашей церковью и теми, кто стремится сохранить старый обряд в лоне русской церкви. 13-е, то есть 26-е. Октября 2000 года. Так. Председатель Архиерейского собора Виталий, митрополит Виталий. Устина, так, и 13 человек. Архиепископ Алипий. Алипий, по пальцам. Архиепископ Лазарь. Лазарь. Епископ Вениамин. Вениамин. Епископ Евтихий. Евтихий наш. Епископ Агафанаил. Агафангел. Агафангел. Епископ... Агапит-пазит? Нет, Амбросия? Нет, Амкелит, Амкелит, что ли? Амкелит. Антония, их Антония было там 4. Амкелит какой-то. Ну, не-не-не. Епископ Кирилл. Архиепископ Лавр. Архиепископ Марк, Марк, да. Архиепископ Иларион. Который сейчас. Да, этот не знаю кто. Вот это еще. Ну, понятно, все подписаны. Архиепископ Гавриил и епископ Михаил. Ну, можно было положить. 13 человек. 14-й. А, нет, какой дальше? 14-й этот председатель. Вот, где он? Значит, найду. 375. Вот здесь вот. Угу. Тут я добавлю еще. И Тихий-то пришел, стал домодедовским, тут 5 лет переходной, видите, переходной период, значит, 5 лет переходной период, на другой территории мы, действительно было, все действительно, то есть они уже со всех сторон выжимали. Батюшка, отец Анфиминс, он говорит, я вас не брал, отстали, теперь все остальное мир, он говорит, а я когда уезжал, митрополит Виталий на меня несколько антиминцев набил, мира там, я половину России мог бы снабдить этим, и с этим я приехал, благословенно было, да, теперь вернуть. Нету, не брали. Мира не брали свою, то есть никак не могут. А сейчас другой, подыскаться под батюшку как-то. То есть любыми путями, чтобы уничтожить. Да разве делает так верующий? Ну ладно, видит вора приходящего, 10 глава Евангелия от Иоанна, бросает и бежит. Наемник там. Ну бросил нас, и как будто мы... Такого не было в мировой истории такой, которые не провинились, ничем общим у меня не чистится. Ну и что не чистится, а у Бога не чистится? Или перестали с твоего момента точку поставил, и Бог говорит, он на земле сказал, я его вычеркну. Нигде этого никогда не было. И они не знают, что дальше делать. Вы помните, что дальше было? Собирались, говорили с патриархийными, теперь дальше. Это батюшка все расскажет. И далее что? Я перехожу в Московскую патриархию. Нет, комментарий. Комментарий. Я даю комментарий. В то время еще дал. Этого документа миллионы людей ждали 333 года со дня реформы Никона. Реформы ненужной, противозаконной, крайне вредной, принесшей неисчислимые страдания верным сынам православной церкви на Руси. Реформа Никона расколола русскую нацию, ослабила ее силы и привела, в конечном счете, к засилию масонов при Петре I и к революции 1917 года. Раскол! Если это Россия раскол, это совсем... А кто раскол-то ввел-то? Не те, которые молились и ничего не меняли, или то внес новинку и стал по-другому все рубить? Колоть. Тут даже говорить не надо. Раскол-то, раскольники-то сегодня не кальяне, не старообрядцы. И так надо рассматривать. Так кто уходит? Они уходят как раз в раскол. Уходят-то в раскол люди, а не то, что мы в расколе были. Тут проще пареная репа, понятно. Это решение Синода РПЦЗ будет, быть может, самым лучшим и памятным,
что вышло от них за последние десятилетия. И даже против такого смелого, открытого покаяния, направленного на то, чтобы снять с себя вину, возложенную на них от отцов-реформаторов, сегодня пытаются опротестовать и представить в ложном свете курские и другие лжепатриоты православия. То есть православные здесь узнали патриархию и стали тогда тех клеймить, а сейчас из них Лев там был, этот, Лебедев-то, да. Из зарубежной церкви. И давай этих, которые принесли покаяние, несмотря на всех епископов, уже не останавливаются. Почему? А они остались в этом расколе, в уме, мозги расколол сатана. Тут даже доказывать ничего не надо. Вот сейчас человек бы пришел и начал что-то новое вносить. Ну, раскол. Новое, вопреки Евангелию. История учит нас просить прощения не только у живых, но и у мертвых, чтобы снять вину греха. Это было с Феодосием младшим, императором Византии, который приписал к Иоанну Златоусту, как живому, спустя 32 года после его кончины при перенесении его мощей. 32, а здесь 333. Он просил у святителя прощения за лютость матери Евдоксии, свергнувший и сославший Златоуста в ссылку, до которой он так и не дошел, умерев в пути. При перенесении мощей митрополита Филиппа, удушенного Малютой Скуратовым по приказу одного из лютейших в мире правителей, царя Иоанна Грозного, молодой царь Алексей Михайлович просил прощения у митрополита Филиппа за неумеренную лютость предка своего Иоанна. Покаяние перед старообрядцами, природными русскими гражданами, патриотами своей родины и старой веры снимает душевный гнет с гонителей и их духовных потомков в этой жизни до суда Божия. Ну, вот так. Можно немножко комментировать? Чуть-чуть. Ну, подожди, посмотрим. Ну, ладно, понятно, пока положи. Кому надо, возьму, просчитаю. Относительно раскола я хотел сказать, и поэтому будьте внимательны, смотрите. Что означает раскол? Вот это вот наше положение, оно даже нельзя ни с чем сравнить. Вот я смотрю «Житие святых», мне хорошо известно, я начитывал, и этого не было. Чтобы вот так вот там архиерей отказался, а я их не знаю, они на другой территории. Этого не было нигде, и поэтому они не могут найти ни одного канона. А где указывать на раскол, это самочинно учинили, отошли, а мы никуда не отходили. То есть они каноны сейчас подыскивают под нас, а ни один канон даже близко не подходит. Ну, чем-то оправдать, гнилые подпорки поставить. Бог испытывает нас. Те, которые слабые, не люди, которые не понимают, вот прийти от этого состояния, где через порог вот так все это шумит, проходит, и совершенно чужие люди, и пойти туда, значит, тебе это недорого было. И правильно, что он ушел, потому что ему это и не надо. Мы все время болели, как вот этот порядок в церкви, как устроить все. Ну, можно или не можно? Не можно, нельзя, ни под каким видом. И тогда вот Господь, мы даже не знали, что есть зарубежная церковь, вообще как-то не слышали, не знали. И нам Господь позволил там быть. Мы как узники из тюрьмы, из тьмы бросились к ней. Пришлось побывать, увидеть. И когда я был там, я сказал, я тоже там не понравился. Я сказал, а вы ничем не отличаетесь от Московской патриархии. Вот такое же, через барьер это все идет. Правда, там десятина это есть, но они называются такой чуть не подоходный налог какой-то. Есть. И все. А все остальное то же самое. И в одном месте я говорил, там были, кажется, епископ. Сидели митрополиты, епископы. Я вопрос задаю, скажите, вы за рубежом здесь сохранили веру, которая была до революции? Да. То есть у вас вера точно та же, как была до революции, царская? Именно так. Больше ничего не надо. Вы все согласны? Все согласны? Слушайте внимательно. Нет или то, что было, погубило Россию? И вы опять все сюда как под копирку принесли. Да это и было указание, что такого поражения в мировой истории не было. Полностью все уничтожено. Тысячелетие крещения Руси, все под нож. Вот вы как раз и являетесь хранителями этой тьмы по сегодняшний день. Надо Евангелие проповедовать, идти. Я говорю, вам хорош только тот, кто против Московской патриархии говорит. А я и не был в Московской патриархии в это время-то. Но я должен был им сказать так, разрушить хорошие отношения, прекрасные. Кое-кто меня просил, а кто-то затаил обиду. Вот это означает сказать и написать в пророческом духе, как Бог скажет, ничего не ожидая. И поэтому гнев какой-то, там люди говорят, не надо на это никогда смотреть. Бог, смотри в Евангелие. А если этого нет, а мы думали, как лучше. А человек не знает, лучше пришел, все хорошее, а почему я не пойду туда, пришел, а там вот так вот. Ему это ближе.
Или жена там никогда не убила, она говорит, вот сюда ходи, а туда надо к раскольникам не ходить. Ему это все равно, но все равно, значит, он и не созрел для этого. А мы болели этим. Как установить порядок, чтобы не было этой торговли, чтобы чужие не ходили, чтобы эпитемия работала, чтобы была как единая семья. И Бог нам позволил это создать. Маленькое, но Христово братство. И кто не оценил этого, это его выбор. И о них только можно молиться. Больше ничего не говорит. Есть, которые враждовали против нас. Ушли к старообрядцам. Старообрядцам ушли. Вот здесь были-то. Ну и что? Это его выбор. А там они что? Ничего нет. Они полностью замерли. Здесь были активные, собирались, распространяли, молиться там, ходили, стояния какие-то. Все, ни одного слова нигде нету. Есть такие, которые ушли там, ну, греха стильные, допустим. Ну, это их выбор. Только зато отделились, что увидели на фотографии, они принесли, тут помните, Шимко показывали, патриарх Алексей I сидит за столом с лавром. Ни голоса не слышал, ничего. Только за это они уже соединились с беззаконниками. Лавр. Давал того писать, когда стали везде. Лавр – это врал. Букву переставить, получится врал. Мало ребятишки. И не кто-то, а писатель Черкесов Георгиевский пишет. И чем закончится? Ничего нету, полное покой, все успокоились. Нас с той и с другой стороны долбят. А мы не отрицаем ни благодатность, и туда не пойдем. Здесь, говорится, Агафангел сейчас говорили. Это отдельная юрисдикция отошла. Их 13, которые не подчинились. А что подчиняться-то? Об объединении речи даже не было. Или там у вас на объединение возили? Нет, конечно. Нет, даже слова не было. А зачем тогда спрашивали мнение, в общем писали? И мы против всего были, но мы благодатность Московской патриархии никогда не отрицали. Это все выдумка закулисная. Почему? Я знаю почему. Если это было там сделано, то если за рубеж, то как будто у нас какая-то связь. У нас нет связи. Это значит их две точки здесь. Ну как он рассуждает, правитель, который это сделал. Это очень понятно. Но мы никогда не были связаны. Ни оттуда ничего не получали, у нас ничего нету. Вообще нету. Ну поздравительно друг другу присылали. И уже сколько раз говорят. Вы знаете, новый епископ, когда приехал, сразу указ, что уже приходи, батюшка присоединился, но я говорю, шкуру неубитого медведя делите. А потом все смирилось, и Бог даст, все это наладится. Как, не знаю. События, все говорят, ужасные, страшные события перед порогом у нас. Уже не до нас будет совершенно. Рядом уже кипит весь Восток, выступают они, мы все с тысячными войсками придем, резать голову будем и дальше. Пока их бомбят. Сколько? 2 месяца уже, с 30 сентября. Октябрь, полностью ноябрь, да уже 3-й месяц, как будто ничего нету. Уничтожили там 1500 опорных пунктов, да сколько же их там? Выдуманное государство. Выдуманное, но оно исламское государство называется. И теперь Франция войска подтаскивает, Китай, и ничего не могут сделать. Не, почему? Наступил час. Открывайте ворота. А почему? Еще раз говорю, не проповедовали Евангелие. А теперь у них свое учение, своя святая книга, по их мнению, и они по ней действуют. Они по ней действуют. А о чем брат Игорь сказал? Ну, так оно и есть. Вот смотрите, вот прямо прорубался, не убеждая ничего, только Моисея и Мухаммад. Это вот два человека всемирно известные. Всем народов уничтожить. Израилю негде жить. Ну пришли, там же люди жили. Да, жили, они грешили, и Бог сказал убрать их. И они убрали. Это повеление Божие. Но они тоже говорят, у нас повеление Божие. Резать голову, уничтожать все. Взорвать Европу. Весь мир будет мусульманский. А мы говорим, не будет этого никогда. Потому что будет правитель из колена Данова. Еврей сядет в Иерусалиме в храме, выдавая себя за Бога. Вот как будет. А куда они денутся? Да 2,5 миллиарда китайцев куда денутся? Почти 2 миллиарда индийцев. Куда денутся? Примут начертания и будут кланяться и называть его Богом. Вот что перед дверями. И третья часть, 2,5 миллиарда уничтожено будет. Написано, треть части зеленой травы сгорела. Вот как будет. И поэтому что сегодня делать? Я христианин, могу сказать одно только. Плакать и молиться и просить прощения. Где только можешь. Я прошу у вас прощения. У патриархийных, где что сделал не так, где гневом, нерассудительностью, сказал там что-то, не по слову Божию, я не прошу прощения, где обличение было. Ну, просто по человеческой слабости где-то сказал, простите все. При дверях, и нам не будет времени, да, на, может быть, минуты, то, чтобы попросить прощения. Вот образец покаяния зарубежного собора. Патриархия никак не идет на это. Поэтому надо просить, чтобы она вышла, как Папа Римский. У всех попросил прощения.
где были замешаны. Лютеран попросил прощения. И сказали, что если бы Лютер был сегодня, мы бы так многое могли бы принять от него. А Лютер сказал: папа, когда меня не будет, как вам будет не хватать меня? То есть он тревожил, говорил, ну нельзя индульгенцию продавать заранее. Сколько, если грешит один человек, ну, жене изменяет с другой, я к примеру говорю, то это стоит 15 тысяч. Но если ты с монашкой переспишь, то 75. А если монах с монашкой, то 180. Это заранее, тот наметил идти, уже тебя не удержишь. Заплатил и пошел, греха нету, я уже заплатил. Индульгенция называется. Заранее реестр составлен, вот как свечки в церкви, крестики продают, так и грех. Ну, против чего не восстал Мартин-то Лютер-то, 95 тезисов-то было. Да. Вот к чему все подходит. А как будет, вот сейчас сказали, а может быть такое, чтобы не воевали, и вот так был мир везде, христианство этого не обещало, а обещает только один, скажет мир и безопасность. И внезапно придет пагуба, как женщина, имеющая большое время, женщина, научите нас понимать безысходность этого. Совершенно неожиданно говорила, играла, смеялась, вздохнула, и дальше пошло. Все, рождение нового мира начнется. Богу слава за все. Аминь. Спасибо. Аллилуйя. Молите за этого человека, он был здесь у нас. Епископ Максим. И за этого Олега, который издает. И за Грозовского, я напоминаю, Глеб Грозовской, что его там в педофилии обвиняет. Мы ничего не знаем, будем помолиться, чтобы истина Божия воссияла. Говори. Я хотела помолитесь за мужа моего Константина. Он заболел, простыл, он сегодня детей привез, все, я с работы. А завтра ему в командировку ездить. Молитесь. И что, простывший поедет в командировку? Ну, а куда делать? Билеты куплены уже. Ну, помоги, Господи, будем помнить. И Новый год, и непонятно, как он, когда вернется. Лимончика ему, чая и с малиной. И Людмила Степановна еще путешествует. Ага. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога славородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Отец наш Небесный, велика Твоя милость, долготерпение к народу Твоему. Яви милость нам и в этот воскресный день, чтобы он весь был посвящен прославлению Твоего святейшего имени. Господи, о чем мы рассуждали, если в чем погрешили, прости. И дар уединения народу Твоему, и тем, которых убивают, плененные, откроем двери рая, прими их в обители Твои вечные, и приготовь эту землю к великим страшным испытаниям. Благослови патриарха, епископов, священников и паству, даруй им духовное рождение свыше, и сохрани их от покушения на них, и даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, и всюду, где идет война. Жалься над народом Твоим, побуди священников проповедовать Евангелие, и всех воздвигни на благовестие. Тебе слава за все. Хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. А ты это, карту ЕДИЛа видел вообще? Государственную? Видел? Она вся.